Приветствую всех моих зрителей, подписчиков. Сегодня снова не прокоп. Погода стоит, жаро, пекло, 30 градусов в тени. Ходить не очень комфортно. Значит, сегодня на дачу приехал и вот в душе вот такое вот увидел гнездо осиное. Ведут себя безобидно, строят себе свой домик, ни на кого не нападают. И вообще, как где не увидишь, там уничтожить осиное гнездо, там убить ос, зачем их убивать? Совершенно мирные насекомые. Пчелы намного более агрессивные. Вот у меня на даче два соседа, и у обоих пчелы. Если пчела чем-то ты ей не понравился, она будет летать вокруг тебя, пока не ужалит. Осы же никогда не нападают. Если ты ее случайно не затронешь, допустим, она яблоко ест или грушу, а ты возьмешь и дотронешься, конечно, она тебя ужалит. Не знаю. Лично я к ним отношусь положительно. И вот небольшой видосик на 1,5 минуты решил вам показать. Вполне безобидно, строится. Это просто они, когда я перед тем, как снимал, они активно работали. Как только начал снимать, они что-то затаились. Ну, так что вот как-то так. На этом все. Спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал.